Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет светильник от производителя Egla. Это настенный светильник. Также в коллекции есть модели потолочная и подвесная, и предлагается настольная лампа с торшером. Данная модель у нас на сайте предлагается как подсветка для картин, но прежде всего это, конечно, светильник настенный или настенная подсветка, а что он будет подсвечивать, картину или зеркало, это уже будет абсолютно индивидуальное решение каждого. Размер ее 44 сантиметра, эта часть из дерева. Металл здесь черного цвета, матовая поверхность, это порошковая краска. Рассеиватель из белого акрила, источник света, светодиодный LED-модуль. Это когда группа светодиодов объединены в один модуль на электронной плате. Потребляет он 8,5 Вт, а выдает примерно 85. И компания Egla предоставляет гарантию на свои LED-модули 5 лет, поэтому в течение этого срока вы можете обратиться к нам как продавцу для замены данного модуля в случае, если он выйдет из строя. Включенным выглядит он вот так. Цвет свечения теплый, в кельвинах это 3000, но мощность у него очень даже хорошая, довольно ярко он освещает. Ну и свет, конечно же, будет стелиться вниз, в том числе и по стене. То есть то, что он подходит для, в качестве подсветки для картин или подсветки зеркала, это однозначно. Ширина предмета, который мы хотим подсветить на стене, то есть будет это картина или зеркало, ну, это может быть порядка 50 сантиметров, не более. Крепится он с помощью монтажной планки. Размер крепежной части 135 миллиметров на 80. Ну и выключателя, получается, на корпусе нет, то есть выключатель должен быть выведен отдельно на стене, так же, как и для люстры. Но если кому-то будет интересно, то, в принципе, установить здесь кнопочный выключатель или веревочный возможно. Место есть, то есть технически это все получится. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.